Светлана Чуйкина – востребованная российская актриса. Но в свое время ей пришлось пробиваться к славе с большим трудом. В передаче «Судьба человека» артистка рассказала о том, как еще в юности подхватила звездную болезнь и как ее за это наказала столица. Так получилось, что завоевать Москву Чуйкиной удалось не с первого раза. Впервые она приехала в Белокаменную после окончания Саратовской консерватории, отслужив 2 сезона в Саратовском драмтеатре. «Первый приезд в столицу был уроком для меня и моей гордыни», призналась Чуйкина. Несколько месяцев она пыталась устроиться, пока не попала в небольшую труппу театра-студии «Модерн». Проработала Светлана там недолго. «Как-то меня попросили помочь убраться на сцене после спектакля. Я буду убираться, я актриса, а не уборщица», сообщила она. Обидевшись, девушка покинула театр и осталась без средств к существованию. Она уже была готова к любой работе, когда подруга, работавшая стилистом, сообщила, что в их салоне красоты уволилась уборщица. «Конечно, пойду», — сказала я, поплакав. «Приходили красивые женщины, наводили красоту, а я мою полы, а рядом театры», — отметила Чуйкина. С тех пор Светлана, по собственным словам, никогда никому не отказывает в просьбах подмести, прибраться, помыть пол и так далее. «В конце концов, это профессия всех женщин», — пояснила она. После первой неудачной попытки пробиться в Москве она вернулась в родной Волгоград. Прослужив сезон в местном театре, снова отправилась в столицу. Тогда удача повернулась к ней лицом. Ей удалось получить роль секретарши в сериале «Бригада», который быстро стал культовым. А вскоре она прошла кастинг на роль главной героини в сериале «Нина».